примерно за год до начала военных действий мы продали квартиру в центре города, приобрели дом с целью развивать детей на открытом воздухе, чтобы могли выйти в своем дворе погулять. Мы покидали Донецк, когда это было 7 августа 2014 года. В этот день происходили сильные обстрелы. В этот момент начали сбрасывать снаряды, бомбы. Все бегали по улице, кричали, что нужно бежать. Another residential area here in Donetsk was hit this morning around 9 a.m. on Thursday. Быстро хватаешь вещи, лишь бы спасти детей. Одну из немногих вещей, которую мы успели взять из дома, это менора, которая мне досталась от моей бабушки. Этот подсвечник мне очень дорог. Насколько я помню, это был предпоследний поезд в Киев. Нам пришлось покинуть наш дом. Ты просто едешь вот в никуда. Не знаю вообще, нигде ты будешь спать, ни что, как будет у тебя дальше в жизни. Не смогла трудоустроиться до сих пор. Бывает, что да, тебе могут сказать, нет, мы тебя не берем на работу, потому что ты из Донецка, я вижу, у тебя на дипломе написано Донецк, и вот донецкие не будут работать у меня. Я через Facebook узнала о том, что будут проводиться бесплатно курсы и при поддержке еврейской организации. Я зарегистрировалась на курсы. Само занятие буквально было чуть больше часа. Дорога могла занимать 2-2,5 часа. Но все равно мы ехали на каждое занятие, чтобы получить новые эмоции, новые знания, вдохновение. Данный курс очень-очень сильно помог. Помог в плане и продвинуться вперед эмоционально и психологически. Ты понимаешь, что ты не один. Сейчас у меня 24 часа в сутки. Есть ощущение, что я являюсь маленькой частичкой, но очень большой всемирной еврейской общественности, можно сказать.